Здравствуйте. Это шоу год назад мы придумали для того, чтобы рассказывать о том, как люди по всей России смотрят на войну и что они думают о ее последствиях. И с самого начала в этой задаче была одна большая проблема. Как найти этих людей, как выбраться из пузыря собственных подписчиков и друзей. Еще задолго до войны социологи говорили, что в России очень поляризованное общество, что в нем вообще не все доверяют друг другу, и тем более люди не хотят разговаривать с чужими, незнакомыми людьми о политике, и тем более они не хотят про это говорить с журналистами, как-то публично, все этого боятся. Поэтому в этом выпуске мы с моим коллегой Филиппом Горенштейном решили по-настоящему угореть и попробовали найти героев далеко за пределами нашего пузыря в соцсетях. А именно, мы отправились в чат-рулет. Это, надо сказать, такой формат настоящей гонзо журналистики эпохи широкополосного интернета. Потому что где как не в чат-рулете, ты встретишь тысячи людей, готовых тебе рассказать все, что они думают. И о политике, и о жизни в своем городе, и о мобилизации. А мы, главным образом, решили поговорить с ними про электронные повестки, точнее, про поправки в закон о военной службе, которые, кстати, ровно сегодня подписал президент, и они уже вступили в силу. Про эти поправки говорили всю прошлую неделю, и это действительно историческое изменение, потому что они полностью меняют правила игры, естественно, в пользу государства, и закупоривают те дыры, которые прежде позволяли как-то ускользнуть от призыва. Раньше ты мог, например, не взять повестку или не прийти по ней в военкомат. Теперь все это фактически невозможно, потому что никакого вручения не обязательно. Тебе могут прислать повестку в кабинет на госуслугах, и с этого момента, буквально через 7 дней, она точно считается уже врученной. Если ты по ней не явился в течение 3 недель, то считается, что ты уклоняешься от армии, и тебя ограничивают во многих правах. Например, в праве на вождение автомобилем, праве распоряжаться собственным имуществом, а право на выезд может быть ограничено прямо с первого же дня, как только эту повестку тебе отправили. Именно поэтому поправки в закон о военной службе напоминают, на самом деле, крепостное право. Логика такая. Военная обязанность человека перед государством выше всех его гражданских прав. И если ты не исполняешь эту обязанность, то и гражданских прав у тебя, соответственно, нету. Новый закон касается буквально всех, не только срочников, но и всех, кому могут прислать повестку, то есть натурально всех, например, в случае всеобщей военной мобилизации. Если вы следили за этими новостями, вы, наверное, слышали, что эти электронные повестки должны начать работать осенью. Так говорили на прошлой неделе. Но с сегодняшнего дня, как только президент подписал эти поправки, тут же военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что в тестовом режиме они будут высылаться уже прямо вот сейчас, весной. Мы начнем в тестовом режиме повестки, проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал госуслуг, через смс-сообщение, ну и в телефонном режиме. Это вот такая вот особенность. Тем не менее, эти повестки могут приходить не только срочникам, но всем и запасникам, и буквально каждому, кого захотят призвать в армию или призвать в военкомат для уточнения данных, как они говорят. Тем не менее, из десятков человек, с которыми я поговорил, людей со всех концов страны, почти все они слышали про эти самые электронные повестки, но никто из них совершенно не переживает и не думает, что это коснется их лично. А если коснется, то как бы смотрят на это очень философски, что меня лично поражает. Это не единственная тема, которую мы обсудили. Мы говорили о том, зачем люди из этих городов идут на войну и как после этого они оттуда возвращаются. Часто в гробах. Как строятся аллеи славы и как ширится кладбище в этих городах. Как меняется ситуация с работой и с ценами. Что вообще происходит? Такие разговоры случайных попутчиков в поезде. Вот люди встречаются, говорят о чем-то и расходятся, иногда даже не представившись. Получилась такая супер краткая энциклопедия русской жизни на апрель 2023 года, на 13-й месяц войны с Украиной.
А вы в каком городе? В городе Новосибирск. Тольятти. Я проживаю в городе Челябинск. Я из Дагестана. Мы из Челябинск. Например, Саратов. Я из Краснодара. В Смоленске. Благовещенск. Амурская область. Я из Подмосковья. Я с Москвы. Волгоград. Владивосток. Сургут. Вот из Осетии. Город Дербент. Кабардино-Балкария. Знаешь? Татарстан. Мы в Саратове, Россия. Я в Карелии, но сам из Санкт-Петербурга. Красноярск. Я из Москвы. А как в Красноярске погода? Снег хуярит. Снег! Блин. И мороз. А, у вас же ночь уже. Ого! Реально снег. Сам в охуе. Нет, снег не лежит. Снег конкретно лежит. Ну да, вот недавно опять он был вместе с дождем. Но он сразу растаял. Как бы. В Карелии? Сейчас зима переместилась на март. И в марте все, и снег выпал, и морозы были. Нормально. Ярко и солнечно. Ну, вечер. И как там в Дербенте? Охуенно. У вас уже там все зелено, наверное, и жара? Да. Все расцвело, в смысле уже тепло. Но у вас там еще даже светло, да? Время, у нас же одинаковое время с вами, да? Нет, часочек у нас разница. Да нет, почему? Окна светят. Хорошо в Волгограде. Всегда всю жизнь было хорошо в Волгограде. Родина-мать? Да. Пасха прошла, все хорошо. Заводы работают, люди работают. А как там Тольятти? Принимает пассивное участие в спецоперации. И чего, как дела в Кабардино-Балкарии, какие новости? Все тихо, все хорошо, слава богу. Всех мобилизовали уже там? По-моему, да. Так, работаем, мучимся, блин. Кто-то кого-то, блин, убивает. Тут стюардессу убили, блядь, и я лучший. Ну, ее муж взял, заколбасил, ее переревновал. Про электронные повестки слышали? Да, конечно. И если такая штука придет вам на госуслуги, что делать будете? Пойдем в армию. Зачем? Служить родине. Родину защищать надо, когда на нее нападают. Сейчас на нас никто не нападал. Ну, стой, подожди. Ну, допустим, придет повестка, и что делать? Можно так, в Грузию или в Казахстан свалить? Эти электронные повестки будут приходить только в сентябре. Типа еще ничего нет. Ну, а зачем тогда они типа приняли этот закон в течение 2 часов? Да ёпта, блядь, тут каждый закон зачем, блядь, не пойми, дядя. Ну, есть такая профессия, родину защищать, кто-то же должен это делать, правда? Но если придет повестка, значит, пойду. Пойдешь? Да. А зачем? Да. Воевать. А зачем воевать? За наших русских, в смысле, ребят, которые там погибают. Что думаете про электронные повестки и новый закон о призыве? Ну что думать? Плохо это все. Как говорили, ты не уклонист, пока не прошло 7 дней с момента прихода этой повестки. То есть я считаю, если у тебя есть загранник, повестка пришла, ты смотришь, ой, блин, повестка пришла, у тебя есть 7 дней, чтобы свалить из страны. Ну как бы это достаточно времени собрать чемоданы и уехать. Я слышал, что выезд могут закрывать в тот же день, как отправляют ее. А, ну я про это не слышал. А ты слышал про электронные повестки? Нет, вообще первый раз слышу. На госуслуги будут приходить повестки в военкомат, типа как письмо электронное. И если ты не приходишь, то ты считаешь, что уклоняешься. Такое у вас вообще есть? Все против народа, да? Ха, нифига себе, до чего дошло. Электронные повестки будут, прикинь, выдавать. Ну, как выдавать? На госуслуги будут приходить. И если ты, ну, не явишься, это будет считаться, типа, что ты отказуем. Да? Да, и что будет, ну, как бы, наказывать тебя по закону уже, как бы. Да. Тебе ужас, что творится, да? Госуслуги. Билл Гейтс писал, никогда не делайте универсальной программы. Никогда. Вы создадите такого монстра, что там черт ногу сломит. Сделали госуслуги. Блять, какие они билеты.
Какие, блядь, кинотеатры? Вы что несете? Это государство. Мало того, все захерачили. Тут тебе, блядь, и медицина, тут тебе и гаишники, тут тебе и налоговая. Тут... Про электронные повестки слышали, которые с сегодняшнего дня будут рассылать нам всем? Нет, не слышал и слышать даже не собираюсь о них. Если мне придет, пойду. А зачем? Ну, во-первых, она ко мне не придет, потому что мне 60 лет. Ну, если надо будет, пойдем. Ну, надо так надо. Ну, в смысле, почему не поеду? Поеду, конечно. А, ты готов поехать? А, все, это другой вопрос. Так, а что не едешь добровольцем тогда? Зачем ждать, если хочется? Почему я должен ехать добровольцем? Придет билет, все вместе соберемся и пойдем. Я могу сказать, из тех, кого я знаю, кого мобилизовали, а у меня много знакомых как бы по разным регионам России, вот. И те, кого мобилизовали, они все хотели. Нет, нету ни одного, которого бы взяли, просто вытащили, сказали, иди воюй, и автомат ему в руки дали. А зачем? А если это, блин, мобилизация начнется, тоже пойдете? Да, да не проблема как бы. А если вас мобилизуют и отправят на передовую, тоже поедете? Ну да, не проблема в принципе-то. А зачем? Там же убить могут. Ну и что? Сегодня живем, завтра не живем. В любом месте хорошо. Главное думать о том, что хорошо, и все. Добровольцем не смогу пойти в силу своих физических возможностей. Ну, как бы не такой я крепкий добровольцем. А если надо, то да. Да, поеду. Зачем? И чтобы мои детки с укропами не сношались. Хотя бы за это. По мне лучше сесть. Ну, если честно. Кого туда, ну? По-любому туда, если ехать, то кого-то... Или тебя убьют, или ты кого-то убьешь. Оба варианта мне не подходят. Лучше я сяду и что? Будет, что будет. Зато совесть будет чиста. Я могу сказать, из тех, кого я знаю, кого мобилизовали, а у меня много знакомых как бы по разным регионам России. Вот. И те, кого мобилизовали, они все хотели. Нет, нету ни одного, которого бы взяли, просто вытащили, сказали, иди воюй, и автомат ему в руки дали. Просто вот то, что я читаю из Иркутска и Бурятии, там многих не спрашивали, забирали и гребли. А то, что вот разговариваешь с теми, кто в центральной части России, они многие типа пошли сами, хотели заработать, вот такое. Вот у меня Калифан сидит, вот он говорит... Вот, говорит, типу, говорит, осталось 3 месяца сидеть. В тюрьме сидел, да, уже, блядь, больше 15 лет. Ему осталось 3 месяца. И пришли, и этот, говорит, полная амнистия, типа этот, кто пойдет родину защищать? Ну, там базара нет, допустим, кто-то заехал, да, у него срок там 22 года. Да в рот ебать, лучше сдохнуть. Он говорит, я пойду родину защищать. А вот, говорит, блядь, тип 3 месяца ему оставалось, да, все, блядь, иди гуляй там. Вот его, короче, похоронили с почестями, блядь. Ну, у нас многие, мои братья какие-то поехали. Ну, если честно, даже если они там погибнут, я им не сочувствую. Потому что они, зная, что будут кого-то убивать, хотя этого, они туда поехали. Если они там погибнут, они это заслужили. Да, моего брата одного, ну, по линии матери, убили и привезли. У него 2 детей, одному года даже нет. Вот у детей теперь отца нет. Нафига ехать? Ну, вот. Дураки, ну, не могут. Ну, ты знаешь, я вот уже час сижу в этой чат-рулетке, и ты первый, кто так говорит. Масса вообще других вопросов, вот, за которыми я, так сказать, сейчас слежу, которые меня тоже там возмущают. Понимаете, когда начинают там в Красную книгу грибы заносить, и, так сказать, там не слышали вообще эту тему, ни разу не натыкались на нее вот, в интернете там. Именно про грибы? Или про... Да. Нет? Да. А что? Ну, вы ну, что, значит, уже подходит к тому, чтобы установить ответственность, закон прорабатывается, от 6 до 9 лет, как за убийство. За то, что ты случайно затоптал там, так сказать, какой-то краснокнижный гриб. Не боишься, что тебя тоже мобилизуют? Мне 18 лет. Но скоро же будет. Ну да.
Ну. Ну, мобилизуют, мобилизуют, что, куда тут денешься? То есть ты готов прям идти и умирать там? Ну, если придется, то да. А за что? Нафига? Я вот это понять не могу. Родителей своих. Ради чего? Родителей. В России строгий закон нивелируется необязательностью исполнения. Вы можете запретить солнцу светить над Россией, но она вас слушать не будет. И то, что придумали эти кабинетные, диванные, вы поймите, у нас во главе угла стоит программист, шибанутый на голову. И он эти уже сует, где надо и где не надо. Хотя такое впечатление, что он прочитал Билл Гейтса, и то, что Билл Гейтс рекомендовал не делать, он вводит это в жизнь с адской скоростью. А кто у нас программист? А? Вы про какого? Мишустин. А, про Мишустина? Угу. Он программист. В Сургуте много мобилизовали людей, вот, например? Я тебе могу сказать, сколько гробов привезли. Ну вот сколько? Ну, целую аллею героев сделали на кладбище. С оркестром хоронят. Ну это пиздец. Знакомый есть, он этот, в филармонии работает. Вот они ездят с оркестром, как бы каждого там, ну, с почестями. С почестями хранить. Много уже приехало обратно. В гробах. Угу. Видишь, у нас каждый день новые могилы копают для них. Я считаю, это много. Причем не только с Владивостока, тут со всех поселков. В каждом, наверное, поселке есть погибший. И что люди говорят, как-то от этого меняется от настроения у народа? Нет, не меняется. Ничего не меняется. Ну подождите, там же, блин, приезжают мертвые родные, ну, свои люди. И... Погибли за родину. Так говорят, да? Ну да, геройски. Открывают, не знаю, ставят памятники, вспоминают. Администрация города приехала. Все, выстрелили вверх, в небо, и все, и разъехались по домам. Из моего села человек 150 призван. Нет молодежи там. Маленькое село. Человек 10 уже привезли. Уже привезли уже. В гробах? Да, конечно. А что у вас там еще не всех мобилизовали на войну-то? К вопросу. А, ты, подожди, нет, ты вроде на украинца же не похож, да? Нет. Украинец? Нет, я из Москвы, я говорю. А, из Москвы ты сказал? Да. Я что-то про шляпу. Да нет, нет уже мобилизации. Ну, не знаю, как в новостях пишут, так там типа 300-400 тысяч. Ты что, новости читаешь? Я, да. Я еще как... Ты что, себя не уважаешь, что ли? Это что за... А ты новости не читаешь, что ли? Да я-то их читаю, но я к ним вообще не... Ну, так, случайно могу что-то услышать. А что, ваши поддерживают... Так, спецоперацию? Или не особо? Значит, послушай, войну... Вот нормальные люди... Ну, вы вообще где-нибудь видели хоть одного человека, который был войнера? Я, к сожалению, видел этих людей. Которые радуются войне? Да. Ну, кровожадные. Значит, это нездоровые люди просто, нездоровые. Понимаете, да? Согласен. Вот, эти люди просто нездоровые. Вот. Ну, в школе, так сказать, в войну увязались, но армию надо поддерживать. А что делать? Ну, можно не поддерживать. Я, например, не поддерживаю. Как бы, знаешь, много с чем тоже не согласен. Я привык это, в принципе, говорить, как бы, да. Но как бы много с чем согласен. Как бы. То есть меня, например, ну, политика Путина, грубо говоря, там, вот меня все время здесь украинцы спрашивают, как ты к Путину относишься. Там. Я говорю, ну, я отношусь к нему двояко. С одной стороны, он как бы... Странные вещи происходят в его правлении. Я не скажу, что он все делает, потому что он, ну, один человек, он все не сделает. Вот. Да. Но есть и подвижки, я их тоже вижу. И действительно, в стране многое стало лучше, чем было, блин, по крайней мере. А пока, если я буду думать, блядь, о победе коммунизма, блядь, о победе демократии, о великом Майдане, блядь, о европейских, то я в жопе буду. Вот и все, вот моя позиция. При Брежневе голосовался вопрос о вводе войск в Афганистан. Вот.
Там вообще как бы очень коллегиально, было очень много разных мнений всяких. Вот. Один из генералов, консультантов, так сказать, когда там шло голосование, он так сказал: кто не воюет на чужой земле, тот будет воевать на своей. Но это же бред. Если вы не хотите... А? Но это же бред. Это не бред. А вы в Германии живете? Ну вот уже год, как война началась, я решил, что что-то пора. Не захотелось жить в России? Нет, вообще в России очень хочется жить. Просто, ну, как-то стало не очень понятно, что будет дальше. У меня просто много знакомых тоже уехало. Угу. Вот, когда не в начале в самом, а когда вот мобилизация была. И они сейчас, ну, процентов 70, наверное, из них вернулись все. Почему? Ну, говорит, что деньги закончились у многих, во-первых. Ну, во-вторых, да. Переосмыслили, поняли, что, ну, как бы в России им лучше. Вот, мне вот вообще никак, вот все время хуй было. Вот просто вот я не могу понять, началась война, я уехал. То есть я не говорю, что там засал, уехал. У меня не было выбора остаться и уехать, я вообще просто не думал. Я живу дальше. А если мы все поуезжаем, тогда что? А кто защищать-то будет нас? Так на нас вроде не нападали, что защищать-то нас? Так подожди, ты знаешь, что они готовят там? Ты же не знаешь. Да вроде ничего не готовили, откуда мы... Да нет, они там готовят, поверь. Да? Готовят. Не знаю, там, где я читаю, говорят, что ничего там не готовят. Ну вот, а где я читаю, говорят, что готовят. Ага. А что готовят, пишут? Будут тоже нападать на нас. Будут готовиться сейчас. Народ обучают в Польше. Там тоже я слышал. И техника, и на новую технику обучают ребят. Какой-то будет взрыв, какая-то будет еще впереди мясорубка большая. Вот буквально через месяца два, я думаю. Но они будут на вступление переходить. А зачем? Ну, не знаю. Тут, знаешь, я человек обычный, я. А какой смысл в этой войне, вы как понимаете? Я до сих пор, у меня загадка. Для меня загадка. А вся Европа, понимаешь? А Европа хотела... Не против была что-нибудь от России оторвать. Там же идет речь о том, что они попытаются раздробить большую и сильную Россию, как Советский Союз, и уже потом с этими кусочками вполне себе можно работать. Ну, там Америка же еще поддает свои, как говорится, направления. Да всю жизнь хотели Россию потоптать. Много знакомых. Вот сосед. Один из Украины, другой из Украины. Так? У одного брат служит в СОУ. У другого кто-то такой, это дядя служит. Они враги между собой. Почему? Или у вас так же. Понимаете? Это гражданская война. То, что пошли, призвали их, это им честь и хвала. Но это война. Но война еще будет длиться год 3 точно. Ну, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, быстрее кончится все это. Ну, до 25-го года точно. До 25-го года точно, да. Точно. Это вам лично Путин сообщил? Точно. Не, ну ты запомни. У нас уже знакомые просто там сейчас. Им там так говорят. Им говорят, что до 25-го года. Да. Минимум 2 года будет еще. Ну их же там всех перестреляют до 25-го года. Еще будут сыграть. Ну там еще будут сыграть. Это не страшно вообще вам? Не, ну... Немного-то очко давит, честно говоря. А куда денешься? Без вариантов. Зачем кого-то убивать? Никто мне ничего не сделал, никто ко мне не приезжал с автоматом или никто мне не угрожал. Приедут ко мне, я возьму хотя бы палку, пойду драться, если оружия не будут. Но ко мне никто не вторгался. Ну, я не знаю их там политику, я вообще туда не лезу, я там ничего не разбираюсь, но... По мне, это все чепуха. Просто гибнут люди. Ну, я на 100% уверен, что, ну, если я спрошу кого-то, за что ты воюешь, они не смогут ответить. Им нечего сказать. Ну, вот за что. Ну, за деньги скажут. Ну, если за деньги, вот, пожалуйста.
отдавать свою жизнь или забирать чью-то жизнь из-за денег? Мы не знаем всей причины. Что а если происходит. Окажется, что бессмысленно? Очень надеюсь, что окажется, что не так. Это если все это бессмыслица, представляете, что у нас в стране будет? Да. Сейчас уже два выхода. Плохой и очень плохой. Хорошего нету, допустим. Плохой и очень плохой. Это какие? Победит. Наша Россия победит. Это плохой. Проиграть очень плохой. А вы знаете, кстати, что может быть хуже войны? Что? Проигранная война. Вот, собственно, вы ответили на вопрос, почему нам нужно выигрывать и почему надо идти и воевать. Как вообще дела в Нальчике? Как там настроение у людей? Слава Богу, все тихо, радуемся. Тихо, тихо вообще. Ну, несколько лет назад, там раньше, там, наверное, слышали. Конечно. У нас много чего творилось. Сейчас все, слава Богу, мирно живут, тихо, максимум работают и все. Никто ни с кем не дерется. Вот единственная молодежь пошла по наклонной. Вниз. Наркотики эти употребляют, это вообще жуть. С нашего села столько людей уже положили там, ну, в больницы туда-сюда лечить их. Все, ну, вот молодежь практически, вот то, что, ну, колят. Да, героин. Да. Один с нашего села, один пацан умер уже, ну, от передозы 2 года назад. Еще двоих я, ну, они, я их знаю. Одного уже выпустили, ну, одного положили, его вылечили, говорят. Ну, уже ну, привезли обратно, вроде бы нормально пока. Второй сейчас в больнице, там еще кто-то употребляет. Короче, жуть. Как с работой в Благовещенске в связи с войной? Ну, можно, есть работа. А вообще жизнь как-то поменялась? Цены? Да. Ну, как бы цены растут, да. Цены вообще растут. И хлеб, и масло, все дорогое, и сахар. А жизнь как-то изменилась за последние там год-полтора? У меня, да, изменилась. У меня очень все плохо с работой из-за этой войны. Именно из-за войны? Сначала у меня было плохо с работой из-за коронавируса, а потом началась война, и, короче, тоже все плохо. Максимум, что изменилось, это подорожало все и все. Сильно подорожало? Да, конечно. Все подорожало. Ну, мы столяркой занимаемся. Ну, там двери делаем туда-сюда. И то на материалы там, ну, там из-за границы везут материал, мы их тут покупаем там. Они вообще в 2 раза подорожали, даже больше подорожали. Лес вообще невозможно найти. Ну, все подорожало. Сейчас какая самая главная задача, которую вы решаете, расскажите? Я? Ну да, по мере важности. Это обеспечить надгробие своим старикам. Я 2 года назад старика сохранил, сейчас вот готовлю ему надгробие. Все остальные идут в текущем режиме. Сыт, пьян, обут, одет. Никаких проблем. Как-то изменилась в Тольятти жизнь за последний год? Расскажите. Да, она всегда меняется. Не, ну вот скажите, вы меняетесь? Вам что, 15 лет? Нет. И вы хотите, чтобы вы меня... Ваш даже взгляд на жизнь меняется. Конечно. Вы хотите, чтобы Тольятти не менялся? Конечно, изменился. А как изменился, расскажите. Чего там происходит? Я никогда не был в Тольятти. Я стал старым. И уже столько водки выпить не могу, как раньше. Вот это самое меня беспокоит. Бабы... Знаешь, они так надоели, что мне лень даже за ними ухаживать. Просто лень уже. Я уже смотрю, кто... Может, они за мной начнут ухаживать. Потому что... и в мои годы согласие женщины пугает больше, чем отказ. Понял? А ты свой этот, Карен, ты свою жизнь примерно во сколько оцениваешь?
Не считая, допустим, что у примерно, тебя есть родственник. Примерно бесценная, я считаю, моя жизнь. Бесценно нет такой суммы, Карен. Нет такой суммы. У всего есть своя цена. Ну вот я считаю, что у человеческой жизни цены нету. Ну, а ты свою жизнь во сколько оцениваешь? Я свою не могу оценить. Мне кажется, она стоит дороже всех денег. Любых. Я бы не продал ни за сколько. А твоя жизнь сколько стоит, по-твоему? Блин, прикинь, зарядка не дотягивается. Ярослав, сейчас батарейка сядет. А прикинь, человек такой интересный. У нас есть трехметровый провод. Я для него, для друга переделал специально провод. Чтобы он на связи был все время. Мы же связисты, блядь. Как я человека без связи оставлю? Вот пошла зарядка. Все. Ну, знаешь, ты можешь, конечно, не интересоваться новостями, но когда новости интересуются тобой, уже ничего не сделаешь. Да, я тебя умоляю. А кем работаете в Берлине? Я работаю в Берлине блогером. Серьезно? А, так мы на Ютубе будем? Да. Офигеть. А как хоть канал, как называется? Ост-Вест. Ост-Вест? Да. Остинский Вест — это что, Восток? Запад? Да. Остинский Запад? Да. А о чем вообще речь ведете на своем стриме? Да и сейчас уже ни о чем, на самом деле. Про войну в основном как раз. Ой, блин, а с каждого утюга про это можно хоть где-то про это не говорить? Ну, блин, так ничего важнее же не происходит. А,